Ну, по домашнему мастеру, по Краснодару, это минимум 10 источников трафика должно быть. 2-3, которые качают конкретно, но остальные идут поддерживающие. Сейчас эта неделя оттестировали 2, на следующей неделе еще 2 источника запускаем. Запущу еще дополнительно 3 услуги по мебели, по ремонту мебели и ремонт квартир начнем по полной запускать. Это пока вот на следующую неделю. Дальше посмотрим. Наша задача выйти на выручку 10-15 тысяч в день. Все.